Проверка работы параметрического резонанса по Мишину. Вот два светодиода горят. Это вот такая вот схема. Самое интересное, что один светодиод не горит, а два светодиода горят. На выходе вот такой вот сигнал. А на входе идет чистый синус. Так вот, собрали схему, проверяем. Этот диод загорелся. Вот эта вихревая вилка собрана из 7 диодов. И вот это вот вторая вихревая вилка. Тоже из 7 диодов собрано. Это вот они обозначены вот так вот здесь. Вот это и вот это. Продолжение опытов по схеме Александра Мишина. Добавлена вот такая вот схема. Вот в эти вот точки. Сюда и сюда. Вот эти вихревые вилки. На выходе получается у нас постоянный ток, постоянное напряжение. На нагрузке получается 2,71 вольта и ток 4,7 миллиампер. Итого 0,18 ватт. На входе входной ток меряется на образцовом резисторе. Напряжение при помощи осциллографа. Напряжение измеряется на входе тоже осциллографа. На входе получается входное напряжение 8 вольт амплитудных. И путем несложных вычислений ток получается 0,037 ампера, тоже амплитудный. По формуле мощность получается 0,147 ватта. Итого получается, что на входе мощность меньше, на выходе мощность больше. И это еще вилка без вот этого резонансного контура, настроенного на индуктивность поперечную, которая намотана вокруг этого сердечника. Домотаю, проверю. Но и так видно, что уже все работает. Так что теоретические выкладки Александра Мишина полностью подтвердились. Напряжение здесь получилось без нагрузки 23 вольта. Естественно, светодиод сгорел. Превышение по мощности получается в 12,245 раз. Увеличил напряжение по входу и спалил светодиод. Напряжение возросло. На лампочке это 220 вольт, 10 ватт. Ну, генератор у меня маломощный. Максимум здесь получается 6,5 вольта при нагрузке. И ток 5 миллиампер. При этом входные параметры не изменились. Ну, напряжение возросло, ток не возрос. Вот. Так что осталось сделать автономный генератор и получить самозапитку.